Жень, вас давно не было слышно и видно на медиапространстве казахстанских СМИ. Что это было? Просто пауза, творческий отпуск или, может быть, затишье перед бурей какой-то? Потеря интереса к моей личности, я думаю. Не более того. А есть ли в планах что-то по игрокам, как агент, привезти сюда, либо местных игроков отвезти в другой чемпионат? Планы, да, всегда есть, всегда много планов. И, в частности, очень интересно было бы увезти местных футболистов, попробовать в России еще куда-то. Другое дело, что не все из футболистов хотят делать этот шаг сами. А в чем, считаете, причина? Не готовы функционально, физически, либо психологически? Причины несколько. Причина такая, что местным футболистам здесь созданы довольно-таки благоприятные условия. Первое. И второе, что очень домашние люди. Не каждый рванет неизвестный, скажем так. Вы наверняка следите за чемпионатом Казахстана. На ваш взгляд, вот стартовавший чемпионат отличается по уровню от предыдущих? Хуже, лучше, так же? Сугубо, на мой взгляд, особого развития уровня футбола не происходит. Венец этому – сборная страны, результаты сборной страны. Ну, а чего не хватает, кроме, вот, как обычно говорят, ну, там, детско-юношеского футбола, что-то может быть еще, менеджмента, маркетинга? Всего в совокупности этого не хватает. И плюс закон о легионерах там, до 30 лет, допустим. Ну, это, на мой взгляд, опять-таки, не совсем правильная вещь. Потому что, будь он раньше, чтобы не приехали такие футболисты, как Веретенников, Бесчастных, там, Косолапов, другие, играя с которыми, тренируясь с которыми, местные футболисты росли однозначно. Ваш нынешний визит в наш город связан с работой? Частный визит или это секрет? Нет, с работой. С работой. У меня есть футболисты и в вашей команде, и в Атырау. Надо посмотреть. То есть вы считаете, что некоторые футболисты, ваши подопечные, на сегодняшний день готовы сыграть, ну пусть не в топовом клубе, но, по крайней мере, за пределами Казахстана, в том же чемпионате России? Я считаю, что есть футболисты, которые могли бы играть в России, в частности. На ваш взгляд, в чем причина слабого старта двукратного чемпиона, чемпиона последних двух лет карагандинского «Шахтера»? На мой взгляд, опять-таки, не совсем объяснимая со стороны селекции клуба в этом году. Ну, некоторые непонятные приобретения. Вот. А во-вторых, возможно, два года чемпионство было выиграно на определенной схеме. Там физика, стандарты, еще что-то. Наверное, надо, как все жизнь развивается, надо и развивать эту схему тоже. Возможно, к ней приноровились другие команды, просмотрели видео, еще что-то. Ваш отец, эксперт в области футбола, сейчас он, естественно, больше тяготеет к «Спартаку». Есть у вас какие-то фавориты в чемпионате России? Ну, у меня красно-белое сердце. Это не то, что мой фаворит, это клуб, за который я переживаю с детства. Ну, еще один вопрос, уже связан с европейским футболом. На ваш взгляд, сможет ли «Барселона» на сей раз отыграться в ответном матче? Барселона настолько непредсказуема в последнее время, да, своими результатами. И, в частности, фактор их поля очень громадное значение имеет. Может отыграться. Я считаю, может, потому что пойдет игра у Месси и у всей команды. Все, их вообще не остановить. Но, с другой стороны, Бавария хороша. Хорошо, спасибо.